Oh.
А там, где уже зародился, пусть не ослабевает, но растет все больше и больше. Я прошу, чтобы у вам имели хорошее здоровье и долгую жизнь. Я молюсь, чтобы ваша просветленная активность распространялась далеко и широко. Благословите, чтобы мы никогда не разделяться с вами. Как манджуши и как сама Гохана реализовали высшее состояние, состояние мудрости. Также я последую их путем, посвящающие заслуги возглавы всех живых существ. Благословением Будды пригласив трех хай, благословением истинной неделимой кармы как таковой, благословением неделимой санги, вот заслуги, которые разделяю, принесут свои плоды. Посредством всех благ, накопленных мною всеми живыми существами, сварими вами, и посредством истинного источника всех благ, пусть я и все живые существа быстро достигнут непревзойденного, совершенного, полного, драгоценного просветления. Пусть учение Владыки Дамы, Всеведущего Дрипунпы, Мастера Взаимозависимости, Радна Шри, учение, практику, слушание, размышление и медитацию до конца самсары.